вы когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу. В других странах, лучших в мире. И дальше пошли по тексту. Значит, лучшая в мире страна – это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто. Но правда, нам есть над чем работать. А для того, чтобы работать эффективно, нам нужны, безусловно, кадры самые высшей квалификации. И это важнейшее направление нашей деятельности.